Привет друзьям, подписчикам и гостям моего канала. Меня зовут Панин Виктор, и я всех приветствую на канале Панвик ТВ. С самого начала видео хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал в начале этого года, когда я только начал снимать видео для своего канала. Спасибо вам за ваши комментарии, спасибо за ваши советы, они мне очень помогли, они очень сильно мотивировали для того, чтобы в дальнейшем продолжать снимать. Пока что идет запись видео, прошу вас написать комментарий, поставить лайк или дизлайк, то, что вам уже вначале понравилось, не понравилось, опишите, что вам понравилось, что не понравилось. Так, и теперь мы уже начнем разговаривать об наболевшем. Первое. Почему давно не выкладывал видео? Видео не выкладывал по причине того, что когда мы приехали с Абхазии, я выкладывал видео о ней. И ребята, те, которые смотрели эти видео, много что рекомендовали по нему. То есть рекомендовали обновить камеру, рекомендовали написать сценарий, рекомендовали не делать сразу же видео с первого дубля, то есть делать несколько дублей. И из-за этого я пока что все осмысливал. Я устроился на работу для того, чтобы заработать на камеру, на аксессуары для фотоаппарата и видеокамеры, которые уже у нас есть. Аксессуары я покупал, такие как батарейку, аккумулятор, такие как флешки и многое другое. Также еще мы занимались своим интернет-магазином. Как самого такого интернет-магазина у нас еще нет. У нас сейчас мы делаем группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. А интернет-магазин мы уже, получается, в начале 2017 года будем делать. Плюс еще многое другое, что происходило, почему не получалось. То есть первый месяц, когда мы приехали с Абхазии, мы не подключали интернет, и поэтому не стали выкладывать видео. Какие будут видео? Видео дальше будем выкладывать об Абхазии, где мы путешествовали, какие места мы ходили. Плюс то, что еще в видео будет выходить новая рубрика, о ней чуть-чуть попозже, ну, точнее даже в самом конце. Второе, то, что хотелось рассказать, это изменения на канале, а самое главное, его переименование. Почему Панвик ТВ, да? Пан – это Панин, моя фамилия, Вик – это Виктор. ТВ, ну, из-за того, что, по-моему, все на Ютубе вставляют эту частицу, из-за этого я ее вставил. Из новинок на канале – объективная жизнь, которую мы уже давно начали снимать, да, я ее все-таки сделаю больше как влог. Это будет наше хождение по магазинам, то есть наша работа в интернет-магазине и многое-многое другое. Что касаемо путешественника на поезде. Путешественника на поезде, так как все попросили это сделать более как телепередачей, да, но не телепередачей, а именно передачей на YouTube будет это. Она будет выполнена, я не буду говорить в стиле какой программы, вот, она будет идти около 40 минут, и все это будет показываться выпуск-город. А снимать путешественника на поезде я начну где-то в мае, когда начнется уже более-менее тепло, когда уже, ну, природа начнет возрождаться, и я начну с Подмосковья, то есть это будет около 28 городов в Подмосковье, и сначала их сниму, и потом уже буду их выкладывать, то есть по одному где-то раз в неделю. Что понравилось нам? Нам понравилась очень сильно эта природа. Природа в Абхазии просто потрясающая. Плюс то, что еще нам понравилось море. Но море понравилось только в одном месте, это на нашем курорте в Пицунде. В Сухуми, то, что мы были, в море нам не особо понравилось. Оно очень грязное было, и там плавали и бутылки, и пакеты, и много что еще. Но это вы увидите на видео. Самое главное, что еще, это их еда. Еда мне очень понравилась. У нас, честно, так не умеют готовить ни шаурму, не умеют готовить ни шашлыки. Потому что я там у них попробовал шашлыки, особенно в горах, когда мы ездили на озеро Рица. И это тоже будет на видео. Это очень вкусный шашлык. Жаль, я не спросил рецепт, как они его готовят. Что не понравилось? Не понравилось, вот что в Сухуми это грязное море. Не понравилось Сухум то, что, ну, по сравнению с Пицундой, да, Пицунда это курортный город, Сухум это их город, где они живут. Сухум, он город-недостройщик, там очень много недостроенных домов. Я так думаю, когда я снимал видео, я не помню, честно, ребят, снимал я это, нет, там очень много недостроек. Что еще? Да, в принципе, все, все остальное понравилось. Что нового? Третье будет на моем канале. Новая, это моя рубрика. Не знаю, я очень долго над ней думал, я еще думал тогда, когда создавал канал, делать ее или не делать. Но друзья посоветовали лучше ее сделать. Вы ее оцените. Рубрика будет называться «Мои стихи». Да, я сочинял стихи в возрасте от 16 до 23 лет. С 23 лет до 27, ну, сколько мне сейчас, я не сочинял. Только вот сейчас я начал заново, открыл и начал их читать, и начал сочинять стихи заново. Посмотрим, как это будет получаться. Вы посмотрите и послушайте на эту рубрику.
Если вам она понравится, то я продолжу дальше их выкладывать. Спасибо друзьям, подписчикам и гостям моего канала за просмотр данного видео и всех остальных. Спасибо за ваши дизлайки, за ваши лайки, за все спасибо. Спасибо за комментарии, спасибо за советы. Все то, что вы делаете на моем канале, для меня это просто самое необходимое, что может быть на свете. Огромнейшее спасибо тем, кто поделился данным видео или всеми остальными. Вы просто самые щедрые люди на свете. Прошу всех в дальнейшем смотреть мои видео. Я их буду стараться выпускать намного чаще. Буду стараться их выпускать более позитивными, потому что меня об этом попросили. Я не особо позитивный человек, но уж извините. Я такой серьезный, отношусь очень серьезно к каждому делу, каким бы я ни занимался. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ваш пан Вик. Нет, еще раз. Нет, давай заново, что-то не нравится. Флешки, это также, как называют, да, аккумулятор. Давай, потом. Плюс то, что самое главное, это природа. Чужие там никак, для моего имя. Давай, отвечай. Я что-то светит, злится, блин. Что у меня не получается никак записать. В сторону куда-нибудь идем. Последний. Вот так мы часто меняем дислокацию, так что мы вас перенесем на старое место.